видели то, что разыгрывают Феррари. Сначала думали, что заработаем пару тикетов, вот, не верили. Ну и как-то за месяц получилось сделать нереальный результат, выйти в топ-1 и забрать эту красавицу. Наш менеджер Аня, ну, мы сразу же установили хорошо контакт. Я написал ей в первый день, когда мы зарегались в Откомбо. Говорю: «Ань, привет, мы хотим выйти в топ-5, поможешь нам?» Вот, она говорит: «Почему именно в топ-5?» Я говорю: «Ну, сначала в топ-5, потом топ-1, потом Феррари». Ну, в принципе, все вышло по плану. Вот, Аня молодец, она нам помогала, ну, по всей работе с офферами, всегда отвечала на наши вопросы и всегда верила, что мы именно победим. Очень сильно боялись, что нас кто-то, ну, опередит и сместит на вторую позицию, но мы славно поработали этот месяц и сделали хороший задел себе на будущее. За полмесяца у нас жутко банили аккаунты, и мы вообще не лили на Откомбо. Мы думали, что нас опередят 1000 раз, но за месяц работы мы успели сделать большой задел, что никто нас не смог догнать. Ну, это был какой-то безумный драйв. Этот месяц пролетел очень быстро и очень в активном темпе. Мы все были замотивированы на 100%, потому что реально конкурс был крутой. Вот, и мы работали, у нас даже на доске было написано 3 слова, которые: «Ебаш, ебаш, ебаш». Да, и Миша работал всегда, даже когда мы отдыхали где-то на пляже с гитарой. Миша сидел на камне в море. Полнолуние, да. Миша с ноутбуком танцует и пополняет кабинеты. Баланс. Да. Вот так и делаются большие результаты. С каждым местом мы больше мотивировались. Каждый раз, когда мы поднимали место, мы скидывали в общий чат скриншот, и все радовались. Вот. Ну, на самом деле, очень круто то, что главным призом была Феррари, потому что, ну, макбуки у нас у всех есть. Да. Масштабные. Реально, вся команда горела конкурсом, мы все верили и шли на топ-1. Ну, на самом деле, мы знали, что мы выиграем Феррари. Нам все друзья говорили: «Ребят, вы очень счастливы, и по-любому это будет ваше». Ну, мы до последнего момента такие говорим: «Ну, посмотрим, увидим. Сначала нужно выиграть». Но на самом деле, как бы, все верили, все знали. Много друзей, они собрались все в одной комнате и сидели, смотрели на телевизоре онлайн-трансляцию. И когда объявили, что Swipe Retail выиграли, они тоже все взорвались, просто обнимались, целовались. И танцевали. Сперва вообще-то там начали произносить какую-то билиберду. И мы уже с Никитой повернулись друг к другу и сказали: «Ну ладно, купим сами Феррари». Только мы заканчиваем этот разговор, и говорят: «Swipe Retail». Я говорю: «Что?» Я так и знал. Я просто... Ну, были очень смешанные чувства. Я просто взял и побежал на сцену. Секунд, ой, наверное, минуты две я вообще ничего не понимал. Только потом на сцене, когда я уже вышел, пришло какое-то сознание, что это все правда, и Феррари наш. Я на самом деле был вообще на 100% уверен. Даже когда говорили какую-то билиберду, я сижу, думаю: «Чего? Не может быть». Сижу, думаю: «Блин, да не может быть». Свайп привел, и в душе сразу такой взрыв. И очень приятно. Не каждый день выигрываешь. Да. Мы кайфуем от этого мероприятия, от того, как все произошло, от людей, которые здесь собрались. Все люди очень крутые, со всеми познакомились, заобщались. Спасибо, Откомбо.